Всем привет, ребятки и девчата, вы на канале Ярик Плей, и сегодня я решил поиграть в такую игруху. Вероятно, все слышали о вселенной Наруто, если тут есть среди нас молодые ребятки, может кто постарше. Вселенная интересна, этих серий в анимешке Наруто уже не помню даже сколько снято, там вплоть это продолжается до Боруто, но уже не так интересно. А вообще, когда я был маленьким, лет 13, там 14, когда появился этот Нарутик, ну я стал его смотреть, проникся сюжетом, реально есть чему поучиться, все-таки это не просто какая-то анимешка, а со смыслом, вот, и стали выходить игрухи. Это одна из последних частей, но повествует нам как раз-таки о событиях, связанных изначально, тут с Хаширамой будет вступление, вот. Поиграем, посмотрим, кажись, я ее проходил давным-давно, когда она еще вышла, вот, решил просто поиграть. Посмотреть, вспомнить. Вот, давайте начнем сюжетный режим. Играю с контроллера. Так. Это все можно пропустить. Да, история ниндзя. Как его тебя выбрать? Подтвердить. Во. Давно контроллер ты даже в руках не держал. Оригинальный сюжет и графика Масаси Кишимото. Это, собственно, автор всей вселенной Наруто. Японец. Ну, собственно, да, все знают, что это японское. Этот свиток без имени. В нем рассказывается о неоконченной сказке, скорее, наверное, истории, правильно сказать. Если твое сердце прислушивается к себе, возьми свиток. Возьмем. И разверни древний пергамент. Да, я его разверну. Да, Хаширамчик. Дай мне рассказать древнюю историю. История, в которой говорится о ниндзя. Могущественный Хаширама и Мадара Учиха. Друзья, которые основали деревню Коноха. Разработчик Super Connect как-то 2. Вот, они вдвоем основали деревню. Издательство. Были друзьями, да, но клан Учиха никто не любил. История, в которой битва сменяется битвой. Которая бушует со дня творения еще до дня от Цуки. Так, элементы управления понятны. Даже если ниндзя создают кланы и деревни, стремятся к прогрессу и процветанию. О. Ведь никто не посмеет остановить их, никто не сможет дать им отпор. Столкнувшись друг с другом, два воина продолжили свою битву. Да, два самых могущественных воителя на тот момент времени. Потаенная техника. Короче, он заюзывал. Он у нас владеет древесными техниками джутсу призыва. Вот. Техниками древесного стиля. Один из немногих, кто ими владеет. Девятихвостый. Да, Мадара его подчинил. Всего лишь силы глаз. Так, нажимаем. Нажали, но не идеально. Сначала нужно его обездвижить. Моктун, шился древесного дракона. Давай, завязывай его. Во, видишь, как он в легкую повязал девятихвостого. Ну что ж, Мадара. Даже жалко, я вообще топлю за Мадару, нежели чем за Хаширама.
Да, так, сейчас, ну да, давай мы с тобой разберемся. Ух, ты меня тут поджарила. Сейчас я тебе покажу, как это делается, старый друг. Набью тебе рожу. Получаем. Подзарядимся чакры. О. Так, тут надо просто уворачиваться. Ух, ух, ух. Ты у нас огнем владеешь, а я землей. Дерево. Дерево подразделяется как отдельный элемент в японской культуре. Или в китайской, нет, в японской, в китайской там тоже что-то, о, постой, это, да, сейчас возьму меч, если мне дадут взять мечи, не дали, пробили. Спокойнее, Мадар, спокойнее, придется тебя так побить немного. Я тут уже немного ранил. Получаю, все, дай мне мечи забрать. Ты дашь мне мечи забрать, Мадара? О, поджарил меня. В чем дело? Нервничаешь? Да, я нервничаю. О, пробили Мадара. Получай, получай, получай. О, пробили еще Мадара. Ух. Дай мне мечи-то мои забрать. О, спасибо, Сусан. И надеешься победить меня этим старьем? Это не просто старье, Мадарчик. Ух. Ух, пробил меня тут полностью. Не зажарил вообще вдобавок. Ох, попался, нет. Давай, подходи. Ух, что-то случилось, разорвали. Так, что, новая фаза боя? Девятихвостый. Нет, девятихвостый. Атакую. О. Я не успел задержать, что ли? Успел, вроде. Во, оттолкнем твою бомбу хвостатого по тебе. Бах. Вот это эпичность. Такой ядерный прям взрыв. Что? Увернулись. Это Сусано. Оу. Красавчик, девятихвостый в Сусано. Девятихвостый Сусано, думаю, мы уже разогрелись, что скажешь? Да, я тут полуживой уже, вполне. Готовься к бою, к битве. Это результат боя? Б. Ну, это так. Условия боя уничтожить девятихвостого Сусано, да. Получаю. Получаю, получаю, получаю. У тебя девятихвост, а у меня дракончик. Получаю. Получаю.
О, злишься? Конечно, злишься. Я тут в соло могу расправиться с тобой и с твоим девятихвостом. Никому такое не под силу. Вроде бы уклонился, да. Во, получаю. Получаю. О, оттолкнул меня. Получаю еще. Ух, не-не-не, бомба хвостатого. Ух, ух. Одни взрыва. Так, дашь мне подзарядиться-то немного. Ох, ух. Получает и в ответочку. Получаю в ответочку. Что-то маловато урона наносится. Получаю с кулака. Получаю еще и еще. Еще. Во. Но все равно это плюс Мадара сама. Хэшрама слишком добрая. Мадара был бы все же лучше во главе деревня. Да, жесткие, амбициозные. Руководствовался бы силой, а не добротой, но это принесло бы больше плодов. Или бы лучше они правили как-то вместе. Получаю. Это же всемогущая Сусанова уязвима. Конечно. Против древесных техник-то да. Получай. Получай. Еще. Во, уничтожить одну из задних рук Сусана. О. Но мы еще не закончили. Ох, оттолкнул меня. О, не долетел. Во, бьем, 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 пока ты кастуешь свою бомбу. Да, я остановил его. Да, конечно, остановил. Ох. Получай еще разок. Твоя последняя полосочка. Ух, надо увернуться. 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 Я. Во, успели вроде. Получаю. О! Пора полетать, девятихвостый, пора полетать. Успеем, успели еле-еле. Ох, какой поворот. Давай, давай, давай. Раскручивай его. Во. Удачного полета, девятихвостая. Вместе с Мадарой. Оу. Переворот. Как я тебя. Да, гнев дает все силы, Мадара. Ты не оставляешь мне выбора. Искусство отшельника. Моктун. Истинно. Короче, истинно тысяч рук, вот. Это прям самый топовый его призыв. Статуя такого Будды. Ну это вроде бы и есть Будда. Во. Мадара! Хашрама! Бах-бах-бах-бах-бах. Фигачим, фигачим, фигачим. Во. Уф. Это было больно. Это воспоминания. Они заключили мир, да. Но Мадара не одобрил то, что произошло. Я же вроде нажал. Нажал, во.
Это предисловие, типа. Этот бой никогда не закончится. Ниндзя все равно продолжают сражаться. Ведь они дерутся за то, во что верят. Они следуют истинным путем. Результат боя А. Идеально. Вот мы и прошли предисловие. Во, отлично. Карта наших событий открыла следующий. Открыт новый эпизод, теперь можете играть в следующей главе. Да. Как она тут называет знакомство с главой о двух несравненных чё-то там? Ладно. Ну что ж, ребятки, на этом мы закончим наше предисловие. Дальше, может, продолжим, чё? Мне чё-то понравилось. Ну а с вами был Ярослав, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, до новых встреч!